Куда умнее этого молчуна. Он уже ничего не скажет. Эйвор, вот и ты! Откуда пленники? Это воины из крепости. Мы их допросили. Здесь не Бургред, а его жена Этельсвита. Они разделились после Тамворта. Келберт сказал мне об этом в Ледочестере. Келберт? И что он там делал? Эйвор... Долго рассказывать, но он цел. Я отправила его в Рептон. Каков наш план? Совсем скоро этих воинов хватится. Нам нужно пробраться в замок и найти Этельсвиту. Королева приведет нас к королю. Рискнем. Попытаться точно стоит. Попробуй допросить их еще раз. Мы с Эйвор займемся похищением Этельсвиты. Один с вами. Саксы вряд ли откроют нам ворота. Можно проскользнуть внутрь или подплыть на твоем дракаре. Выбирай, я с тобой. О, Эйвор, это была моя мечта. Гоняться за королем по всему Ширу? Жизнь викинга. Со мной ты. Наши братья и сестры. Покорение, но... Если ради этого нужно гоняться за каким-то лисом, пусть так. Такая жизнь по мне. Согласна, брат. Здесь все кишит стражей.
Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Викингам ни к чему скрываться. Разведай местность, Сюнин. Сегодня с нами.